Всем привет, ребята, вы на канале Ван Дамма. Только что сыграл турнир. Это, блядь, полный трэш. Противник, конечно, блядь, меня удивил полностью. Я, конечно, много чего увидел, но такую дичь впервые. Вот это та тактика, блядь, на которой нужно играть и побеждать, блядь, на конфедерации. Ничем не контриться, понимаете, ничем, ну, блядь... Разве, блядь, только кредитом, но это будет настолько это надо быть настолько скилловым игроком, чтобы успеть выйти в эти кредиты ебланские. Куча голды, коту под хвост. Никак, блядь. И, блядь, самое, что меня убивает, что кто-то там говорит, что пехота конфедерации слабая, блин. У сопры сильнее. Это нихуя подобно, ребят. Это полный пиздеболство. Пиздеболство какого-то там непонятного игрока, который ляпнул, и все поверили. Это все полный бред. Во-первых, штурмовик сильнее, блядь. Гренадеры конфедерации. Что, блядь, слабые хотите сказать? Да ни хрена подобного. А вот эти, блядь, огнеметчики. Это вообще, блядь, универсальный юнит. Все контрик. Ну, блядь, не знаю. Вообще-то рассчитывал, все было, в принципе, хорошо, ящик до хрена взял. Вот, елки, блядь, в принципе, все более-менее нормально, но вот, блядь, штурмовики, сука, все портят. Ну, думаю, ничего страшного, думаю, сейчас максимум какой-то там молотопек будет. Но ни хрена подобного. Все-таки, блядь, надеялся, играл до конца практически, но нихуя не получилось. Такой спам пехоты, что это пиздец. Это вообще нереально убить. Пытался там призвать дикобраза. Дикобраза это вообще такое говно, блядь. Ничего не убивает, блядь, кроме авиации. Вот, на голове, думаю, сейчас прорвусь, блядь. Нихуя. Ну все, блядь, в принципе, нормально, да. Ну, блядь, большой спам пехоты из 10 казарм, блядь. У него уже 4-й штаб. Такая вот тактика, блядь. Пытаюсь захватить флаг на голде. Нихуя не удается. Все смалит, блядь, стреляет. Я в ахуе. Почему конфа настолько имбовая, блядь? И шо я, чем я тут могу, блядь, убить? Да ничем ты не убьешь. Кречет это, блядь, то, что может спасти. Ну, блядь, ребят. Там такой спам пехоты, блядь, что 4 кречета нихуя не сделают. Вот решаю, блядь, заехать на его базу, блядь. Потому что другого варианта я не вижу. И тоже, сука, не удалось. Какой спам пехоты, что пизда. Так куда там, блядь, ягуары? Дикобраз это вообще, блядь, коту под хвост. Нихуя не могут, блядь. Такой спам я в ахуе. Да что-то дохнет, ну, блядь. В основном дикобразы дохнут. Конечно, кречеты, может быть, затащили. Все, пизда. Пытаюсь что-то сделать, уже стрелку произвожу. Ну, блядь, огнеметчики фуловые, сука. Гренадер фуловый, блядь. Странно, что он, блядь, штурмовиком не делает. Хотя, нахуй, штурмовики здесь огнеметчики. В принципе, это логично, блядь. Хуя не получается, блядь.
Поту сейчас я его неплохо так перебью. Потому что он, блядь, по одному юниту и тут. Все это хорошо убивается. Ну, сука, там такой спам пехоты, что... И, блядь, ящик, сука, падает возле его базы, сука. Ну, вот как-то. Все, блядь, против меня, нахуй. Ну, тут у него много гренов, огнемечка мало. И стрелками неплохо так убивает. Такая толку, нахуй. Раз нихуя не могут, как будто стопу я его хуй. Тут как-то, блядь, что-то отбил, но он, сука, елки собирает. Две елки ему осталось, и все, блядь. Сейчас вот тут, блядь, елка выпадет и пизда. Хоть бы, если б тут возле меня, то какие-то шансы еще были. И вот никак это не пробьешь, ребят. Никак, блядь. Без кречетов никак. Вот такая вот, блядь, пехота конфы, которая ни на что не способна. Вот смотрите и думайте, ребят. Ладно, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки обязательно, хотя бы лайк. Поддержите. Лайком хотя бы поддержите.